Итак, сегодня мы будем искать рыжики. Я наконец раскрыла их секрет. Они для меня прячутся в траве. Я пока издалека не видела здесь никого, но уверена, вот, что они здесь есть. Вот они какие. Оп! Красота! Так, ищем, да, вот, смотрите. Вот. Вот. Сколько здесь их. Красота какая. То есть ты никогда не увидишь, если ты просто будешь идти по этой траве. Вот еще, вот. Смотрим дальше. Хорошо было бы брать с собой перчатки, чтобы не загнать занозы. Так, тут я издалека кое-что увидела. Вот что я увидела. Вот такой вот рядочек. Вот. Боже! Да еще вверх. И выше тоже. Ого! Воу! Здесь. Наверное, это бесконечный ряд. Будем срезать. Они такие рыжие, прям, я не знаю даже, с чем их сравнить. Прячутся как. О! Вот еще. Вот еще. О! Какая красота! Сейчас будем срезать все. Да. Вот еще одна находка такая. Красивых рыжиков. Я хочу сказать, что я не зря доверилась своей интуиции и решила спуститься вот в такую вот траву. О, я уже вижу. И проверить, есть ли здесь рыжики. И вот, смотрите, сейчас мне наступить будет. Вот они. Здесь вот прячутся. Вот так вот. В траве. И ниже, и выше. Они просто здесь везде. Вот. Как мне улыбнулась удача сегодня. Смотрите. Начнем. Вот такие вот раскопки. Вот. Ряд пошел. Красота. Боже, со всех сторон. И здесь. Так.
здесь еще я видела. И здесь дальше еще есть, но я туда сейчас не дотянусь. Начнем срезать богатый урожай. Да? Как тебе улов? Прикольно. Молодцы? Да. Ну вот, раскопала. Так, ну что, я закончила раскопки и хочу показать эту поляну. Вот так вот. Вот такая вот полянка с рыжиками. Ведро мне, конечно, с мусором, но просто уже спешу, потому что умираю с голоду. Думаете, что она там ищет в траве? Она что-то ищет. И так уже второй час. Мешочек.